что для вас сегодня интересного может быть на форуме и какие ваши ожидания. Сергей Леонидович, прошу. Всегда интересно замерить настроение коллег, в особенно такой тяжелый период, когда идет большое падение экономики, обменяться какими-то идеями, особенно банковского сектора, который сегодня на таком, я бы сказал, большом изломе в связи с проникновением IT-компаний в сектор. Поэтому мне кажется, просто вот так обменяться, послушать профессионалов всегда интересно.